вот вроде бы Нижний очень неплохо создают себе моменты для атак. И уже были две хороших возможности набрать. Баскетбольной ассоциации не было выбрано. И не захотел бороться за место в составе через G-лигу, через летнюю лигу. И, в общем-то, отправилась. Было пару минут назад. Шепард с мячом. Ой, какая передача на Новаковича. Алекса! Разогнать быстрый отрыв. Эртель сам отковать не стал. Хантер может потолкаться с Новаковичем в разные весовые категории. Винс очень здорово. Но Эртель понимает, что таким снайперам все равно нужно делать передачи. Хантер трудовые два очка. Агрессивно защищаться. Опять же, игроки сами понимают, что нужно обороняться так, чтобы не было контакта. Когда команда играла в Евролиге, показывает просто феноменальный баскетбол на чужой половине. Эртель промахивается из-под кольца. Висеть оппонента. Красиво закрутить мяч кольцо, но не получилось этого сделать. Зато не было видения. Нужно было с мячом расставаться. Фрейзер входит внутрь. Передача на Хантера. И and one. 7 секунд. Плюс 6 у Нижнего. Фрейзер не забивает. Хантер в высоком прыжке забирает мяч.